Всем привет! Приехали мы в Дублин, идем в бар «Адмирал». Сегодня будем проходить отборочный тур. Я, кстати, звонил туда, и отборочного тура нет, вам просто надо прийти, спеть. Это регистрация. И вы сразу в финале, в общем. Петь уже потом нормально, когда будут вас оценивать. Это будет 22 или 24? 24. 24. Поэтому сейчас мы идем с Аней поужинать, спеть чего-нибудь. Ну, если... Уйдем пораньше, может, пройдемся еще по городу, по Дублину. Выходные обещают быть хорошими, говорят, что будет очень жарко, но пока такой погоды не наблюдается. Ань, пожалуйста. Ну что будешь? Я буду хачапури на первое. Или это как хлеб идет? А? Читай, что там пишут. А на горячую? Это все закуски. Не, ну так и листай дальше. Каталог большой, много песен. Цепелины не хочешь? Цепелины? Нет. Смотри, голос мира. Мира? Голос мир. А, голос адмирала. Давай, если хочешь мне, дай пару встреч, так, ну а после вам бай-бай. Я не обижал типа, детка, ну-ка, don't cry. Я не заливал в уши про любой фон, а я не как все эти типы. Ради тебя готовы на все. Я не ношу подарки, цветы. Зацепил твой взгляд, ты молча ушел. Я летаю высоко, мое фото на билборд. Делать это так, будто это так стильно. Тема за любовь, выбивая я пинком. Знаешь себе цену, я купил тебя за пинку. Друзь отношения, детка, о чем ты? Не зарекайся, мне всюду твердили. Так-то мне похуй, но это девчонка. Бля, но она меня так зацепила. Но она меня свела с ума. Ну, только надо это. Ну, я просто с холодной стоял изначально, мне было немножко стрёмно. Еще можно одну спеть спину, потом. В общем, это мой первый в жизни хачапури. Его как надо правильно есть, Ань? Как его есть? Ломай, макай и кушай. Старайся сохранить эту ёмкость, чтобы ещё бы не остался, да. Аня заказала язык. Вот ничего не могла в меню, столько блюд было, она язык захотела. На горячее, я, кстати, никогда такой не ел. Он запеченный прям? На барбекю, на гриле. Ты раньше ела такой? Поэтому и заказала, что я никогда язык на гриле не готовила. Я его варила максимум. Ну да. Попробуй. А у меня цукровый табака. Запах чеснока офигенский просто. Заказывать то, что дома не готовишь. Ну да, я и заказал хурипачи. У тебя тоже хурипачи. Как она? Хачапури. И табака. Сейчас я тебя хоть вижу в твоем красивом платье. Перевернуло все вверх дном, будто цунами. Я и сам не знаю, что между нами. Но ты меня зацепила, но ты меня зацепила. Пою следующую песню. Можно за стола? Из которого
общем, попели мы с Аней, хорошо провели время, хорошо поужинали. В общем, 24 числа мы идем туда на 7 часов, заказали столик на четверых. Может, больше будет, кто там с нами пойдет, не знаю. Но, все, кто с нами хочет пойти. Кто хочет, но нам все понравилось. Я еще себя со стороны не видел, но Аня говорит, вроде нормально, поэтому, как бы, есть с кем конкурировать. Некоторые красиво пели, некоторые просто пели, интересно, так сказать, для времяпрепровождения. Дублин темный, на камере, на телефон вообще плохо, камера нормальная села, снимай на телефон, связь вообще, связь. Снимай на телефон, качество говно. Короче, зажигаем с Анькой. Взорвали мой телефон вопросами, где ты? Я не в зоне доступа, вы не дождетесь ответа. Не хочу вас видеть снова, уходите с рассветом. Я хочу побыть один, я хочу побыть один. По городу один зависаю лишь в баре и каждый... В общем, были вчера в Дублине, отлично провели время. Я в этом баре был всего лишь два раза. Один раз на ланч, второй раз на дне рождения у Наташи. Но этот раз мы вот с Аней хорошо провели время. Хорошо поели, хорошо попели. Зарегистрировались мы на участие в конкурсе. Я еще толком не просматривал, как я там пою на нашей камере. Но позже, когда придем домой, вечером буду делать видосик. Я надеюсь пару сотен выиграть. Посмотрим, как у нас будет. Порепетируем еще, конечно, нашу финальную песню. Сейчас я, наверное, не буду ее говорить, что я буду петь. Пускай это останется под завесой секретности. Слушай, сегодня тепло. Тепло, обещали тепло, но обещали солнце. Солнце пока не наблюдается. Мы надеемся его увидеть завтра, потому что мы с Анькой даже планируем, может, завтра окунуться в океан, если будет солнце плюс 20. В общем, что было в «Адмирале»? Были еще другие участники, которые тоже выступали. И, кстати, пели довольно-таки неплохо. Видно было, что первая песня, когда вы, знаете, приходите, люди на вас смотрят, все там, так сказать, не профессионалы, любители, наверное. Хотя, если там были профессионалы, я извиняюсь, что назвал вас непрофессионалами. Все же первая песня довольно-таки боязно, волнительно петь перед всеми. Вторая уже, третья, нормально. А первая всегда боязно. И вот все начали, так сказать, немножко с дрожащим голосом. Ну, то же самое и у меня было. У тебя не голос дрожал, а ноги. Ноги дрожали, да, представляете, даже после водки. Но мы с Анькой нормально взяли водочки, взяли пиво, взяли хорошую еду. Кстати, комплименты шефу. Цыпленок табака был отменный, мне очень понравился. Хачапури первый раз в жизни пробовал. Всегда хотел попробовать, я видел и только, как готовят на YouTube-канале Обломова. Очень прям аппетитно, я один раз смотрел, и у меня слюни прям текли. Я когда увидел, что у них есть меню, думаю, точно закажу. Аня, как твое блюдо, тебе понравилось? Я заказывала харчо и язык. А, да, ну, барбекю, кстати, язык. Тебе понравился он? А, гриль. Да, понравился на тебе? На гриле приготовленный. Ну ты вот скажи, второй раз заказала бы его? Нет. Вот. Это просто на то, что там предлагалось, это были шашлыки, это были пельмени, я все. Милая, там было. Цепелины. Ты взяла неординарное блюдо, я тебе скажу. Ну, мы живот купили. Ну да. Я взяла вязаную. Ну, вот этот язык я попробовал. Я знаю, знаете, говяжий. Блин, ветер. Говяжий язык я люблю, знаете, его, когда подкохолодная закуска, но вот запеченный. Он как-то совсем не так, мне не очень понравился. Он был запеченный, он был вареный и слегка на гриле поджаренный сверху, просто для... Да, да, да. Я вижу. Подожди, ветер дует, давай отойдем, где нет ветра. Так вот, по поводу кухни, все было нормально. Шефу комплименты, короче, вкусно. Мы записались на 24 число, заказали столик на четверых. Мы не знаем, сколько нас придет. Двое, четверо, может и больше. Так что 24 числа будем петь на финале, возможно,
займем первое место, но в тройку я обязательно хочу попасть. Будем стараться, на первое место надо ориентироваться, а там как пойдет. Не знаю судей, надеюсь, они будут судить по голосу, а не по внешнему виду. Что все вчера послушав, сделав выводы, что есть хороший голосов. Я уверен, даже те, кто пел не очень на записи в телефоне, которые делали они, я уверен, что они пели довольно-таки хорошо, если слушать их вживую. Поэтому аккуратно. Лиса, она была далеко. Аккуратно. Поэтому будем стараться и постараемся победить. Особо хочет быть со мной в паре, сука, лечится любовь. Да что ты, не знаешь, в этом я не шарю. И тебе не расскажу, нет, не цветы. Ни подарки, здесь тупо нет цветы. Я не буду, как они, подлетать за миг, чтобы как-либо тебе тупо угодить. Но она меня свела с ума и перевернула все вверх дном, будто цунами. Я и сам не знаю, что между нами. Но ты меня зацепила, но ты меня зацепила. Но ты, так зацепила. Но ты, меня зацепила.